Президент России своим указом объявил 2019 год годом театра. Сегодня по всей стране проходит грандиозный перформанс. Марафон культурных событий, посвященных театру, открывается во всех регионах, в том числе и в Чувашии. Место встречи поклонников Мельпомена стал театр оперы и балета. Но, конечно же, в этом году невозможно не вспомнить о другом театре, чувашском драматическом, который отметил столетие. Вековой юбилей Чувашский драматический театр отметил в начале этого года. Он был создан в первые годы советской власти и стал лучшим доказательством того, что даже в самые трудные времена потребность в духовной пище едва ли не выше, чем в материальных благах. На протяжении всех этих лет театр поддерживал, эмоционально обогащал, воспитывал своего зрителя, дарил ему радость общения. Сегодня в республике сотни театральных коллективов, от профессиональных до любительских и школьных. Решение президента о проведении года театра означает, что приоритетом определено качественное изменение театрального пространства в нашей стране. Главными задачами года театра станут мероприятия по сохранению и популяризации лучших отечественных театральных традиций и достижений, совершенствование организации театрального дела и привлечение внимания к вопросам театрального образования. Среди актеров и режиссеров Чувашии немало лауреатов престижных конкурсов и творческих премий. Молодым артистам и студентам есть у кого учиться. Впереди насыщенный культурными событиями и премьерами год. И от нас, зрителей, ждут внимания и поддержки.